Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Я сегодня хочу показать вам покупки, которые я сделала для своей вот этой вот малышки. Подарка от Анки Калачик. Японская орхидея Минмару Сидерея Джапоника. Приятное, что я узнала, что это орхидея теплого содержания. Я переживала, что ей нужна холодная зимовка, но это теплая орхидейка. То есть я думаю, что мы с ней подружимся. И, естественно, я накупила ей всего японского. Японцы должны жить по-японски. Сейчас я вам покажу, что я здесь набрала. Я купила вот такие вот насадки, горшочки. Вот такая вот. И вот такая маленькая. Взяла я еще вот такую вот насадку. Но это она тоже подходит для японской орхидеи и для других орхидей. Я взяла ее совершенно для другой орхидейки. Это для лучшей аэрации в горшочке. Так. Здесь у меня я заказала вот такие вот удобряшки. Удобрение пролонгированного действия. Рядом стройка, и поэтому шум. Вот их хватает на год. Вот такие вот гранулы. Единственное, что, по-моему, я ошиблась с размером горшка. Это я взяла вот такой вот обычный пластиковый горшочек. К нему была вот эта вот насадочка. Ну, не то, что она была, она отдельная, но я ее заказала. Вот. Я про, ну, в общем, первый раз, и все размеры горшков я взяла 3,5. Это, наверное, была моя ошибка, потому что если брать размер орхидеи, то горшочки немножко большие. А это я еще заказала удобрение Super Bio Gold. Этим удобрением я пользуюсь. Я удобряю свои орхидеи. Это полностью органическое удобрение. И одна гранула разводится в литре воды. Она настаивается. То есть свои орхидейки я уже поливаю таким удобрением. И вот заказала еще. Это вот такие камушки. И они растворяются в воде. Такой камушек на 1 литр воды. Очень удобно. Немножко попахивает, но это полностью органика. Совершенно оно безвредное. И очень хорошо для орхидей, которые варигатные. Стройка рядом. Я стараюсь побыстрее все снять. Вот такой мох. Мох с длинными волокнами. Ну, насколько они длинные, я пойму. Ну, в принципе, длинные, когда вот такие должны быть волокна. И еще длиннее. Вот такой мешок. Ну, конечно, тут не только на мою японскую одну орхидейку он пригодится. А кто знает, может быть, это моя первая, не первая японская орхидея. И горшки. И тоже с горшками, конечно, выпухнулась. Все они 3,5. Нет, чтобы один горшочек взять хотя бы в размере 3. Как я так? Ну, я, честно, не знала, как подобрать размер. Очень все пришло хорошо упаковано. Была еще большая коробка, я уже ее сюда не принесла. Аккуратно. Еще была вот эта вот мелкая пузырчатая пленка, еще была крупная пузырчатая пленка. Все проложено было бумажками и очень быстро доставили. В воскресенье я делала заказ. А вчера уже все получила. Вот, смотрите, какой хорошенький. Это глина. Обязательно надо будет замочить. У меня есть дождевая вода. Был дождь, я замочу его на ночь в дождевой воде, чтобы он пропитался, этот горшочек. Вот такой. Хорошенький какой, правда? Давайте померим мою малышку. Ой-ой-ой. Как она тут будет смотреться? В нем ли? Я, честно, не знаю. Посоветуйте, в какой горшок мне ее лучше посадить. Она и в этом прекрасно смотрится. Так, верну ее на место. Вот так, для одной красотки. Столько всего. Симпатично. Ну вот, надо еще научиться делать моховую кочку. Моховую кочку я уже ищу видео, смотрю. Так, сейчас раскрою. А это вот такой вот горшок. Я его нашла в отделе распродаж.
Ой, извиняюсь. Он БУ. Видите, у него царапины. Такой он. Он стоил недорого. И поэтому я его купила. Очень он мне тоже понравился. В принципе, они одинаковые. Ну, теперь мне надо выбрать, где будет расти моя сидерея. А то, может быть, сюда можно посадить. У меня есть другая сидерея, которую я тоже недавно получила. Но так я ее хорошо посадила в кору, что мне менять совсем не хочется ее посадку. А здесь вот, пожалуйста, такой вариант у меня может быть на маховой кочке. И так мне нравится. И так мне нравится. Я прям не знаю. И в этом простом горшочке тоже симпатично. В общем, какой вам нравится горшочек, напишите мне. Куда мне ее посадить? Вот этот на ножках, конечно, прекрасный. А этот для неофинитии фалката очень хорошо подойдет. Ну, блин, придется, наверное, что-то думать. А, еще мох я купила. Мох. Это такая тесьма. Это мох. Это тоже для изготовления моховых кочек. Здесь 10 метров. И стоит он 160 рублей. Вот 10 метров такой комочек. Так что вот такие у меня покупки. То есть можно намотать моховую кочку вот полностью из такого мха. Или сделать из живого. Ну, скорее всего, сидерея будет расти в живом. Как я поучусь на мастер-классах, видео нашла, английское видео, уже смотрю японские видео. Вот, так что буду изучать и, наверное, сниму видео о посадке. Вот, мне кажется, вот в этом я ее оставлю, горшочки. Здесь как-то он на ножках. Такая вот дырка здесь должна обязательно быть в этом горшке. Ну, говорю, их еще надо вымачивать, чтобы они пропитались влагой. Ну, а этот вот, да, скорее всего, придется потом по возможности заиметь какую-то еще одну японскую орхидейку. Ну, вот такие у меня небольшие покупочки. Это вот так вот сюда тоже можно поставить. Вот на такую штуку накручивается моховая кочка. Ну, в общем, вот таких приобретений я сделала для своей японской, первой японской орхидейки. Надеюсь, у нас все получится. Ну, как начну снимать видео, как изучу технику, выложу, конечно, на канал. Напишите, девочки, какой горшок вам больше нравится. Я думаю, они все хороши. Вот этот горшочек стоил 420 рублей, а этот, так как в разделе распродаж, он тоже был 150, по-моему. А так они, ну, подороже, если новый. А этот тоже в разделе распродаж, он тоже был, по-моему, 70 рублей. Так что вот такие у меня дела. Сейчас я вам покажу буду с пассифлора. Получила вчера буду с сайта пассифлора. Был желтый лист, я его уже оторвала. Вот такие у него корни. Я не знаю, как это растение у меня пойдет. Корней у того буды было очень много. Вроде листики небольшие, а горшок пришлось и там убрать. У него есть цветонос. Самое-то у него проблемное тоже может быть на шейке. Это потом надо там копаться. Ну и, соответственно, теперь смотреть вот за центральным листом. Так-то вроде вид у него ничего. Ну вот, говорю, лист я уже один желтый убрала. Он был у него лист. Видно, вчера отрезала я его. Черноты нет. Нет, шейка чистая. Я надеюсь, хоть у этого все будет нормально. Да, шейка нормальная, корней много. Ну вот еще одна пересадка у меня будет. Ну вот, похвасталась вам своими покупками для своей японской орхидейки. Напишите мне, какой горшочек вам нравится. Куда бы вы посадили свою японскую орхидейку. Где бы вы ее оставили. Ну, скорее всего, вот этот горшок ей больше подойдет, потому что у нее листики круглые. Здесь такой вот он низкий, кругленький. И здесь мы будем расти. Здесь вот есть у нее уже удобряшки. Может быть, я их тоже сохраню. Ну вот, буду ее уже пересаживать. Надо полить корешки. Я прочитала, что очень хорошо поливать помповым пульверизатором корешки. Получают и воздух, и большие капли воды.
Ну, мне главное, что она теплого содержания, моя малышка. Кстати, она вот с этого сайта. И здесь же я все заказала для орхидеи. Ну, на этом все. Видео короткое. Всем пока и до встречи на моем канале. Будем сажать японскую орхидею.